Насыщенные дни ожидали всех участников форума. Особенно интересной эта поездка оказалась для ребят, которые впервые приезжают в лагерь. Иван из Черепанова. Реальность даже лучше, чем ожидания. Интересные мастер-классы к нам приезжали из Искитима, проводили, рассказывали про большую перемену, показывали животных экзотических, тараканов мадагаскарских и палочников. Принимающая сторона, активисты движения первых из Искитима постарались дни форума сделать максимально разнообразными. Поэтому каждый день новые занятия. К примеру, ребята устроили кинофестиваль, сняли пародию на популярные мультфильмы. А еще придумали новое слово «гостевание». Это когда целыми отрядами ходили друг к другу в гости. Форум проходит просто замечательно. Детям все нравится, вожатым тоже все нравится. В общем, прям вообще супер. Ребята познакомились, подружились. Я думаю, что мы будем также дружить, общаться. И ребята приедут на свои места и будут дальше развивать движение уже с новыми знаниями, которые мы получили здесь. Главная цель – сплотиться для достижения определенных целей и задач, которые связаны именно с движением первых, с российским движением детей и молодежи. Здесь реализуют ребята именно свой творческий потенциал, постарались подобрать разнообразные мастер-классы с привлечением гостей, именно модераторов мастер-классов. Искитимцы, черепановцы, маслянинцы, сузунцы и активисты Искитимского района стали участниками первого межрайонного форума движения первых. 120 ребят пообщались, поделились опытом и готовы работать в новом учебном году каждый на своей территории.